гриль будет. Сейчас на Котку заезжаем, можно будет остановиться и сгореть. Сейчас вот шварки из ПЕ. Зерно уже лишь. Да. Так, остановка пока здесь, да? А ну думаю, да. Че, мы выходим, нет? Да. Есть. Пехотка, можете выйти, чтобы дальше пошли. Здорово. Дальше едем. Потом можно левее взять немного. Там зеленка не жесть, какая-то подозрительная. Что там левее? На холме? Да, стой. Можно было на 48 взять. Ладно. Паша резко все делает. Давайте на спринте же встретим. Петер, смотри, главное. И на заводе сверху. Ну, последний тут сидит. Да я могу завод пострелять. Пехотку нашу. Вижу, как сразу все по... Ну, дави ее. Пехотка не дойдет. Спитер, посмотри, зеленый, где деревья. Он по пехоте работает. А, тогда ладно. Ё-моё! Справа был. Да. Оно прям у нас, вы высадились прям у него. Он прям рядом, в кустах стоит. Питер. Поиграл. Он спереди где-то, да? Ранен. Перевязываюсь. ГБхи пробьют или нет? Может быть, из аккумулятива. Аккумулятива это блок 25В. Бэтер вражеский, ты нашли, нет? Да, он по нам. На высадке прям на нашей, справа, в этих деревьях. Так это он, по-моему, убит сейчас. Да. Он до сих пор там стоит. Попробуй сесть на стрелку. Паша, блок 25П, это какой пробег? Не знаю. Там описание должно быть. А, это М2 УАЗик. Работайте по нему. Блин, надо сесть как-то по на нашему борту? Стрелку. Нет. Да. Это УАЗик, ты шикарный. Паша, он едет, объезжает, он прям к тебе едет. На стрелка сидит. Вижу. Паша, тоже привет. Да. Даже обузник, даже ничего сделать не успел, сразу говорю. Да. Ну, Бэсвин, кто еще может докопаться? Один из них. Ты тебя... От чего? Ты Что? Он взорвался от того, что ты в него сел, или взорвался от того, что в него стреляли? По мне потом. Ну да. Он сломанный был полностью или нет? Ну, колеса выдрали. И тебя убили. А так не было нормально. Вот это... Махно выживет? Махно, да. Из-за АГС прячь. Я просто с АКМ одной пулькой пух и все. А ты бежал или что делал? Да, я бежал. Ну это не с АКМ офигачили, по-моему, там нет, с ПКМ. Нет, ПКМ, я слышал, как АКМ. ПКМ вроде был, не. Я нет, ПК, не стреляй. ПКМ по этому. Вон, там кто был не стреляет. Не, на АКМ слышал. Ты как давно бежал с ПКМ? Это картошка. Картошка? Да нет. Картошка вообще не знаю, как. Просто КМ стрелял по этому мансарду. Мало там я услышал. Не надо, что выстрел АКМ и... Махну из сучьей Украины. А кто на этом, на слабом Америке? Ну так это, Маш, так и думал, что в зеленке стоит этот пенья. А чё, убили? Я не вижу никого. Кого у тебя? Я своих смотрю ещё, своих высоких. О, сейчас вон он сгорит. Давай, ворон, ты не туда смотришь. Смотрит, не смотрит туда. А ему говорит, ему как бы тебя видел. А он увидел. Получил
лестнице горит. Пуль сквозь не вылетит или что? Да. Да. Ты просто лошадь поспорил. Еще одни сверху. Кто? Кто? Один лазер жёг, два этих. И что так теперь? Пули сквозь стрелок. Да. Это стрелок, он ужасно. Не знаю, он на голову стреляет, сэр. Не точно надо спать. Он едку не ждал. Ой, БЕшники вообще высели за 2 километра. Чем их лазер? Кто лазер добавил? Выкиньте его обратно. Я успел, пацанчик. Да не, возик какой-то дается. Вест, вот это успел. Уазик, понимаешь, уазик он меньше, такой. Не, я делал. Я, короче, корпус спрятал. Я корпус спрятал. Да я, блин, думал, что зеленый стоит, конечно. Ну там пехота бегала уж. Привлекательно. Бежит. Это быстро, мы сам куда он собач? У Махта хорошее прикрытие. Если вот он никак не защищает, да. Вообще почему? Почему? Попадание. Меня убило, да. Меня... А ты потому что я меня убил с одного выстрела или с двух вообще. То есть я успел только услышать попадание и все, и я уже спектакль. Просто там никому не было. Вест, пока у Паша не сел, он не взорвался. Это бардак. Потому что он не заведенный был. Это шарма. Только технику нужно только, чтобы человек не взял, чтобы взорвать, так нормально. Сейчас аздоник будет гореть. Впрочем, ничего нового, шкварки от бои. Да-да. Ну блин, то никто не смотрит, откуда они идут. Че, никто не видит, что ли, там наверху сидят люди? Даже выше, ну офигеть. Да зачем этот борт? У них там 3 человека, они там всем отделением сидят. А-а-а. О, Джонан, по-моему, тоже. Ты главное Бабу, даже не подавляй Сдоник на Джордана с прицелом. Нет, чтобы смотреть на врага, он на Джордане. Ой, у меня шел сейчас ПКМ, тоже подошли, что ли? Он стал гнуться. Ой. Ты такой точно сел, да, ты не сел. Даже не как бы знаешь, что... А, вот по КТ-шкой стрелять? Да, криво. Еще не дельта. Пожил, да. Пацан, видно. О, вот тут один вообще с калаша по нему стрелять. Че? Военный. А че вообще, бардак живой? Специально люди приходят, вот 200 лет не играли. Все кричи, Джордан не военный. Че Джордан слез? Видно, что там забанили. Двоих расстреливал. За не под подчинение. Просто так вписывается вот это вот два сгоревших. Куда он? Вот ДК. Катошка опять хочет своего бета побивать или что? Здание горит? Нет. Сука, фара мешает. Это было близко. Ты сколько? 500 метров. Не слепо, не слепо, не слепо. Там метров 400 было. Ну и все, что делать. Ой, ФСБ за шквар. ФСБ тебя хотел шкубил. Серьезно? Я просто сказал. Можешь ливать СБЕ, можешь СБЕ ливать уже все. Капец, я испугался. Аздоник сейчас гореть будет. Я сейчас, короче, побежал. И вижу, мне в Steam Аздоник пишет: вернись, сука.
понятно. Слушай, как обычно. ФБ быстро вернулся. Вот и скажу, с это. Слушайте, чтобы это. А здоня. Пусть кинет доки. Да, пусть доки кинут. А Джордан кинет. Не уехал, блядь. Какая запись голоса и все. Человек сам признается. Кто? Прости, не могу говорить с я сказал, что я сказал, что я обосрался. Ой, слушай, я сделал альт в 10, умеет запись. Да, давай, да, давай. Хорошо. А Зданя, почему твоих бойцов картошка убивает? Позаил, выгони их из БЕ. Кого именно убивает? ФСБ, который корректно присудил картошку. Спитера картошку убил. ФСБ тоже картошку. Вот. Всех убил вообще. Да, вообще он всех за... Что делает оккупант? За 600 метров. Опять бегает? Он опять не туда бежит. У него своя война, слушай. Он был ходом под наркотиком. У него места не хватило, он пешком не бежал. Почему по ДВ вообще никаких сообщений не было? Потому что... Джордан что-то взял, что-то инсульт. Я колеса чинил.